городской совет поступило представление прокурора об устранении нарушения законодательства о противодействии коррупции. И данное представление было рассмотрено. Рассмотрено было на комиссии, которая, комиссия наша депутатская по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов на Назаровском городском совете депутатов. Комиссия состоялась 20 декабря. Представление было рассмотрено на заседании комиссии с участием прокурора Беспалова Владислава Александровича. Работая комиссия с доводами прокурора, изложенными в представлении и с информацией, представленной прокурором, члены комиссии согласились. Действительно, в нарушение требований закона 273 ФЗ, а также закона Красноярского края 4-1264 лицами, замещающие муниципальные должности Ченцовым Игорем Витальевичем, Осиповым Дмитрием Павловичем, да, засомневалась, не представлены были сведения о доходах и расходах имущества за 2021 год, а также допущены факты представления сведений о доходах и расходах, обязательствах имущественного характера за 2021 год ненадлежащим образом депутатами Тышновым, Быстрицким, Барковским, Леднёвым, Лукьяновым, Стрельниковым, Жгутой, Ефименко, Ворошиловым, Удовичем, Щербаковым, Беляевым. Комиссия рассмотрела вопросы о соблюдении депутатами как раз-таки вот антикоррупционного законодательства. Ну и разбирая эти ситуации, конечно же, обращали внимание на то, что необходимо будет учесть, то есть сведения о доходах и расходах имущества предстоит заполнять уже новому созыву депутатам, и те замечания, ошибки, которые были выявлены, будут учитываться и при заполнении вот вновь избранными депутатами. Подробно разбирали ситуации, смотрели основания, значит, каким образом можно этих ошибок избежать. Ну и по ходе работы комиссия решила, что в соответствии с примерным перечнем ситуаций, методических рекомендаций, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 ноября 2015 года за номером 18-2-10-P-70-73, нарушение Ченцова Игоря Витальевича, Осипова Дмитрия Павловича считать значительными поступками, влекущие освобождение от должности депутата в связи с утратой доверия. А также в соответствии с пунктом 12 положения комиссии по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции и урегулированию конфликтов интересов на Назаровском городском совете депутатов установить, что сведения, представленные лицами, замещающими муниципальные должности Барковским, Быстрицкой, Беляевым, Ворошиловым, Леднёвым, Лукьяновым, Тышновым, Стрельниковой, Жгутой, Ефименко, Удовичем, Щербаковым в отношении себя и или членов семьи являются недостоверными и или неполными, при этом умысел в представлении таких сведений не установлен. Также комиссия рекомендует Назаровскому городскому совету депутатов не применять к лицам, замещающим муниципальные должности, вышеназванные, меры ответственности в виде освобождения от должности, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона 273 ФЗ о противодействии коррупции в связи с утратой доверия, поскольку у депутатов Ченцова, Осипова и всех, кого я сейчас назвала, срок
срок полномочий закончился.